Я впервые, да, на этом месте. Все впервые, ты знаешь, что тут впервые. Я не знаю, ребята. Мы впервые, действительно, все приехали. И оно очень впечатляет. Место, ну, реально трогает за душу. Мы еще узнали много историй, связанных с этим местом. И, честно говоря, когда рассказывали, были аж мурашки по коже. У нас было общение непосредственно с военнослужащими, которые защищают эту землю. И хочу сказать, главная особенность, они как-то говорят сердцем, что ли. Какие-то очень, очень душевные люди. И очень приятно слышать, что даже в блиндажах есть телевизор, и они смотрят наши концерты. Это очень приятно. Да, это было бы очень приятно сегодня нам сказал человек. Поблагодарил за настроение. И хочется добавить словам Дениса о том, что, как говорят эти люди, мы-то, как сказать, люди, которые из юмора, мы видим, когда человек улыбается. И это, ну, это наша награда для нас. И когда мы встречаем таких людей, которые улыбаются глазами и сердцем, а эти люди так и делают, ну, это очень-очень вдохновляет, честно говоря. Поэтому спасибо им большое. Что могли бы пожелать жителям Донбасса в эту важную дату для нас? Мира. Ну, самое главное, мирного неба над головой. И здоровье, и улыбок близких обязательно. Это самое главное, что есть вообще в любое время у любого человека. Это самое главное, самое ценное, чтобы в семье все было хорошо. И самое главное, были здоровы и счастливы.